Вес. Всем привет, Додо Влог. Мы на канале Фейсушкере. И мы находимся на скинке клипа на песню Егора Крида «Пошла ты». Мат я, конечно, запикаю, а может оставлю. В общем, на нашем канале 66 подписчиков. И это меня очень сильно радует. В общем, нам нужно отснять все за 3 часа, чтобы было все идеально, мы идем на наше старое место. Оля, наше самое любимое место. Смотрите, какой здесь творится срач. Песок я брал, песочек. Мне нужно для дела. Девушку мы уже отправили домой. Мы пришли на поле. Если вы спросите, какую девушку, девушка в клипе. Вот, мы на поле. Я знаю, что вы думаете, что это хромакей. Но это не хромакей. В общем, смотрите съемки клипа. Так что не надо мне больше звонить. Я тебя не люблю, я люблю курить и пить. Я завязал с тобой, как шнурки на кедах. Больше не зови меня в себе дом. Это вес. Ну, если вы посмотрели съемки клипа, ну что ж, идем дальше. Вторую локацию. Я даже не знаю, где брать. Вернее, это уже будет третья локация. Да уж. Даже не знаю, куда идти. У нас, потому что разные локации. Но во всех клипах они одинаковые. Мест красивых много. А локации мало. Давайте снимем там, где я снимал мой калашников. Вот здесь он. Ну, вот это судьба. Только что нам нужно пройти. Помните вот этот дом в клипе? Я люблю белое, желтое, золото. Окей, окей. Одет и стильно, но стильно не значит, что дорого. Хоть это и дорого. Что завтра найдет нам... Ладно, давайте снимать. Это вес. Всем привет, Додо Влог. Мы только что сняли клип на песню Егора Крида «Пошла ты на...» Вы сами поняли. В общем, мы так и не знали, где снять, поэтому мы использовали, как всегда, нашу любимую локацию. Конечно, в этом клипе есть, где я, ну, как бы голый, но я не голый на самом деле. Я в куртке. Просто вот. Поэтому не обращайте внимания, я так решил сделать для клипа. Ну, так просто. Ну, типа я там такой похабный, как вот, в общем, и сам клип. Вот, сейчас их у меня перечили. В общем, клип мы сняли. Сейчас будем его монтировать с нашей командой. Сейчас иду, я иду. Вот. Режиссер наш меня уже зовет.
В общем, я вернусь к вам через минуту. Отправляемся. Пойдем. Фух. Наконец-то. Закончили клип. Надеюсь, клипов в этом году больше не будет. Но если будет, я сообщу. Но я думаю, что это не последний клип, который мы здесь сняли. Думаю, что будут еще клипы. Потому что у нас последний клип намечается... Не знаю, на какое число, мне пока ничего не говорили. Я думаю, что это, не знаю даже, какой будет клип. Наверное, клип на песню 303. Потому что у «Время и стекло» есть песня 505, имя 505, песня 404. А у меня будет песня 303, у них нет, у них есть песня «Опасно 220», «Ритм 122», песня 303 нет, поэтому я занесу и песню 303. Я ее уже сочинил. Уже записал. Осталось только записать ее, ну не на бумагу, а записать ее на музыку, под музыку, и снять клип. Потому что это самое главное. Записать и... Там это одно. А еще нужно снять клип. Это опять достаточно денег. Потому что за один клип мы платим около 40 тысяч. На благо у меня эти деньги есть, поэтому мы снимем клип. Так что ждите скоро на ютубе клип 303 от группы «Новое время и стекло». Ну что ж, всем пока. Вы были на канале Фейс Ишкария. Как я себя люблю, Ишкария.